Очередная делегация маленьких курортников вернулась с полуострова Крым. Школьники отдыхали в молодежном центре «Звездный берег». С собой они привезли весьма необычный подарок – благодарственное письмо для главы региона Игоря Кошина за достойное патриотическое воспитание детей из Ненецкого округа. Подводные лодки, танкеры, салют и праздничный концерт. Традиционная высадка морского десанта, бронетранспортеры с пехотой. Фонтаны на воде в исполнении пожарных катеров и групповой прыжок парашютистов с самолетов Ан-26. Из всей поездки военно-морской парад ко дню ВМФ Мише Таратину запомнился особенно. Мальчик с восторгом в глазах вспоминает, какая атмосфера царила в Севастопольской бухте. Мне понравилось, как там плавали корабли, там всякая была техника российская. Там опускали ракеты, вертолеты летали. Впрочем, вся программа смены была насыщенной. 21 день, 21 незабываемый праздник. Ребята поучаствовали в ночном квесте, побывали на мастер-классах по джампингу, искусству рисования по телу и вдоволь накупались в море. Жили школьники в современных одноэтажных коттеджах с удобствами в номерах по 3 человека. Также на территории центра они могли пользоваться спортивным комплексом. Ну а пляж находился в 100 метрах от корпусов. Хорошие условия там были. Дворик такой миленький. Вот комната с удобствами, внутри все было. Что еще? Кормили как вкусно? Кормили очень вкусно, там большие порции, все пятиразовое питание. Цель поездки – патриотическое воспитание детей в рамках подготовки школы к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путешествия организовали за свой счет. Расходы на путевки и билеты родители оплачивали самостоятельно. И, как оказалось, не зря. Дети приехали загорелые, счастливые и с массой идей, которые теперь будут реализовывать в своих школах. Дети, они научились очень многим анимационным таким движениям. Они готовы и зарядки делать с утра. Сейчас у них в школе очень много идей. Мы говорим, приедьте, сейчас будем в школе по утрам с 8 утра вот эти все анимационные или на переменах вот собирать в холл, в школу и вот показывать вот эти все движения. Море эмоций, новых знакомств и впечатлений. Они запомнили эту смену на всю жизнь и пообещали вернуться вновь уже следующим летом. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».